Заноси динамит. А чё ты отошёл? Закрой. А чё с куском мяса делать? Выкинь он его. Грязный, ведро. Он грязный. Его нужно брать. Не надо больше крови делать, господи. Надо меньше класть в ведро. Я полно следы от него. Давайте. Я не хотел. Я сегодня первый день в парке только. Вот так. Я пошел искать ведро. Я не знаю. Ютуб закрыли, все пошли, короче, в уборщики. Пахать. Да, все пошли на работу. Так вы же больше ничего не умеем, типа. Здесь вот вода, вот смотри, вот сюда, видите, вот смотрите. Вот, я нашел ведро. Big Banger. Я в это ведро ставил сюда ведро, но оно не работало. Да в смысле не работало? Я не знаю, его надо вытаскивать отсюда, а не ставить. Пошли. Ты вот воды туда, набрал? Короче, воды набрал? Да, не набирал я воды. Да я не тебе говорю. Кому? О, господи. Давайте отмывать стены быстро, что же вы за люди-то такие? О, у нас есть вот такая пипирка еще, смотри. Господи, что там пипирка? Что это такое? Что это такое? Я, короче, начинаю вот это вот пидорить, этот пол. Хорошо, хорошо. Быстро давай! Ну куда следы вот это вот? Вы этот! Кого течка? Короче, когда швабра стала охереть какой кровавой, ее надо окунуть в ведро. Да, это чистка типа. Это я для Джека говорю. Который... Это без... Джек, кто натоптал? Куда подавай этому? Да не... Да куда ты тащишь это сраный кусок? Да чё, ну чё с этим делать? Может его надо в ведре помыть? Да не надо его в ведре мыть. Там тряпку моем. Я помыл его в ведре. Вот сюда складывай. Вот, Джек, сюда клади. Вот, вот сюда. Вот, держи ведро. Вот. Неси он это ведро. Майки. Ну все, пипец, ты ведро испачкал. В смысле испачкал, а что я должен делать-то? Вот, чисто моем. Я в шоке, короче. Во, новое ведро. Он смог ведро новое сделать. Да, я туда это макну. Не-не. Конец. Хорошо. А где здесь? Вот, вот сюда нужно мусор весь стаскивать. Вот это. Да. Disposal bins. Эй! Мешки где-то швелится! Ох, идиоты, господи. Я убью. Любой кто-то, я серьезно говорю. Она пошевелилась. В ящик кладите, в ящик. Хера на у тебя дуговые. Все. Да вы что, вы его пожарили? Я не люблю жареные. Так все, он теперь не кровит, короче, потому что он жареный. Давай все стены пожарь тоже. В смысле, он кровит. О, господи, я нашел голову. Стены не должны кровить. Смотри, тут конечности, как у некроморфов каких-то. Твою мать. Не понимаешь? Где дружище. Давай. Это... Жим, короче, ходить убираться. О, голова, отлично. Да подожди, ну не наш пхать, короче, бесконечно. Надо теперь вот это... я положил кусок мяса большой. У него такой печальный вариант. Ну ты сейчас перевернешься. Подожди, вот сюда надо, да, или что? Да. А с ведром-то что делаем? Ой. С ведром? Я все равно. Сейчас на голову тебя оденем. Иди ведро, принеси новое. Наверное. Подожди, надо, короче. А вот. Вот ящик, а не вот барахло, которое ты припер. Ну я же старался. Вот сюда кидаем. Давай. Ну я не знаю. Да. Погоди, я ногу не могу собрать. Нога не берется. Ну, какая разница, руку бери. Да нахера ты этот большой пхаешь туда? А он не лезет. Что это такое? Что такое? Это тяжелый или что? Да переверни обратно ведро. Не хочу. Дай сюда. Как переворачивать? Левым левую кнопку держишь. Левым колесиком. Мне кажется, мы должны максимально все кровью заговнить, чтобы чужой не вернулся. А, так ты у меня контейнер, да? Вон, не видите, на стенах знаки оставил? Гриша, ты знаешь, подожди, где пушка, Тёма? Она там сзади по коридору. Ого, тут кого-то ксеноморф зажрал. А чё это у него такое? У него там USB-флешка. Ого, там смотри, там какие-то... USB-флешка. Надо дверь открыть. Нет, это не работает, слышишь. Какую дверь? Она не откроется. Ого, там, бля. О, нихера, вот это прикольно. Смотри, это некроморф. Вот это тебя, короче, разобрало. Вот это прикол. Там внутри, короче, типа сейвас написано кровью. Здесь явно что-то происходило.
Тесаки лежат такие. Вон они стоят, что-то, они явно чем-то недовольны. Это и есть некроморфы. Где ты есть вообще? Ну какая-то дверь, я не знаю. Ты все стены засрал, мягко. Джек, ну как так? В смысле все? Активейт. Так, имправда. О, а тут у них этот питомник был. Смотри, они тут некроморфов кормили. Вот, вот сюда мусор надо таскать. Вот, 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 господи, вопрос решен. Вот, все, вот изи же, ну изи. Это было элементарно на самом деле. Без доверия. Здесь какие-то логи. О, логи? Смотри. О, смешно. Здесь да. Какие-то лохи убираются. Даже, оно выпадает, ты сейчас пожар. Ну, короче, когда все очистим, должны будем какой-то ключ-карту, что ли, получить. Не знаю. Это резиновый джетпак у него. Резиновый джекшеп. Джекпак. Джекпак. Мама, я... Что ты делаешь? Нет? Да я не знаю, как его туда положить, он не суется. Вот так его владеет. Дверь открыли, прикольно. В смысле, он, по-моему, убежать хотел, он живой, может быть. Не знаю, там разберемся. Что ты принес сюда? Что ты принес? Я не знаю, нашел что-то. Такой, мама, смотри. О, закрой, закрой. Ну чё кишку-то не закинули туда, алё. Это твоя кишка? Подожди, там, видишь, забито все. Слушай, оно сгорит, нет? Да, она выпала кишка-то. Будет как охотничья, короче, колбаска и топ. Охотничья колбаски. Там... Пихать получше надо. Запёхивай. Запёхивай. Ты чё не суёшь-то? Запёхивай. Запёхивай. А, ну, пойдёт. Пойдёт. Так, это надо чистить, наверное, всё-таки. Нет? Да подожди, ну, надо всё мясо сначала выбросить. Никто не хочет. Да куда его выбрасывать? Давайте, знаете, как сделаем, как обычно уборка делает. А дайте все мясо по углам раскидаем, короче, чтобы не видно там под ковер. Под диван. Да-да-да. Ногой, короче, затолкаемся. Обычная уборка. О, там сгорело, смотри. Там все сгорело. Да, я новые пхаю. Ясно, ясно. А что тут так много ног? Запехивайся. Запехивай его туда, давай. Нога сгорела, такая выпала. Блин, какой может тоже помочь? Давайте я могу, я его вдруг могу. Запихай туда швабра его. Да. Да что оно не запихиваться? Да подожди, вы договор. Закрываем. Эй, ну подожди. Здесь страшная записка про то, что здесь произошло. Ну-ка, страшно. Я не буду ее читать. Я не умею. Уборщик. Я. Ты ее написал по-любому, да? Я уборщик. Так, нахер. Так, хорошо, хорошо. А как нам дальше? Найдите кто-нибудь руку, дайте мне 5. У меня вот есть плечевой сустав. Держи. Типа, люди инопланетяне работают вместе. Горят вместе. Ого, здесь аптечки использованы. Здесь реально кого-то убивали, здесь Dead Space был. Ребят, я в анатомии не силен, но вот это что? Это... Сожги его, сожги. Я не знаю, я стол туда металлический запхал только что. О, господи. Я пушку нашел. Ну, да, Джек. А что она делает еще? Трупы расчленять. Вот тебе, вот давай работай. Смотри, ты можешь, короче, расчленять трупы. О, ты его испепелил просто. О, видите, вообще все в огне. Погодите, мы с вами сделали глобальную ошибку. Мы не поставили надпись «Мокрый пол». Давай. Я не могу, я жирный. Я поставил на входе, если кто придет, все будет хорошо. А что это вы тут делаете? А у нас тут мокрый пол. Ля, видал, как я его профессионально запихал? Аккуратно. А вот это что за штука такая? Ведро принесите. Давайте убираться. Пацаны, тут как турбина выехала. Что это такое? Нихера себе, неси ее отсюда быстрей. Вот смотрите, смотрите, я еще одну. А давай закинем в костер. Смотри, ну, еще давай. Одна. Смотри, офигеть, вот это топ. Идемте ко мне, короче. Это может вообще какая-то важная штука для чего-нибудь? Сейчас узнаю. Может, тут свеча? Свеча, господи, какая свеча? Ну, в смысле... Это ты свеча, Джек. Вставляется и прочищается. Вставляется. В смысле? А я знаю, что это. Это, короче, ультрафиолет. Ой, я разбил. Ультрафиолет. Нифига, загорелось все. Так смотри, если ее разбить, все загорается. Ультрафиолет. А, во, смотри. Нифига. Как ты сдох, ты, господи. В смысле, сдох? Тут невозможно сдохнуть. Я умер.
Ну, этот, надо ведро принести, наверное, с водой там. Нет? Ну, там, сейчас будем ведро с водой носить. Мы кто, тебе уборщики, что ли? В 2017-м, да. О, смотрите, музыку врублю, а? Выходите, выходите, пойдемте со мной. Выходите вот сюда, не, в другую сторону. Вот, с музоном так-то уже повесили. Музон так-то, да. Лучше будет, ну, я врубил, моя. Смотри, что тут было. Save us. Save us. Так это, наверное, чужой написал. Я люди как начали взрываться и умирать сами. Ага, ага. Направо и налево. Он такой, блин, ага, спасите ага, нас! Ага, и ушел. Ага, это что ага, такое? Ага, ага, ага. Будет кто содовую? Как ему содовую? Я нет, я пил сегодня уже чай. Спасибо. Ага. Давайте хотя бы одну комнату, да, может быть, этот уберем. Да потом уберем, сейчас давай посмотрим, что тут есть. У, смотри, где-то танцует, короче. Джек, он под твой музон тусит. Так я магнитофон сжёг. Я сжёг магнитофон. Я а, да, я думаю, что со звуком он стал однозначно лучше. Братюнь, колбасься там. Воп-воп-воп-воп-воп. Слушай, а есть... Чё ты ноги таскаешь? Принеси руку сюда. Смотрите, я руку вставляю. Это не рука, это жопа. Пришельческую надо принести руку. Давай попробуй. Хрен на пришельческую, это человеческое нарисовано. Ладно, давай, вот. Я только жопу вот нашёл. Давай проверим. Хорошо. Так без скафандра ж надо, раздень его. Пик-пик-пик. Брик-брик. Не работает, короче. Дай жопу всуну на всякий случай, мало. Мне тоже не то. Отстой. Так, это не эта комната. Да эта комната, там слишком много работы, она мне не нравится, я не хочу там быть. Так тут, в принципе, слышишь, человек 60 надо, чтобы это все убрать. Да тебе так кажется, вот это глаза боятся, а руки делают. А я всегда боюсь вот это вот. Или просто у меня сразу доклада. Паника начинается, как только пылесос вижу, сразу. Вот, короче, ребята, как у кошки истерика. Короче, давайте реально убираться. Я готов. Это вот эта хрень, она сейчас все заклинила, и мы не пройдем никогда да. в жизнь. На батаре заклинешь. Да. Давайте мы тогда вот эту комнату уберем с этими, с экспериментами, короче. Давайте отсюда сначала все. Эксперимент. Не хочу убирать ничего. Расчленение вот этого вот надо унести. Смотрите, я принес ведро, все, давайте. Сейчас. Тебе главная задача, смотри, твоя главная задача отмыть пилы от крови. Вот, вот это твое, короче. Пилы от крови? Пилы от крови, да, которыми расчленяли. Занимайся. Звучит как какое-то имя. Пила от крови. Почему я? Слушай, ты знаешь, мне кажется, что просто вот это типа ужасно. Тут очень вкусно пахнет. Мы столько трупов сожгли. Мне кажется, ну, мне кажется, да. Шашлычками так. Да, где-то. Так. Ну что-то вот эта стена. А, ты отмываешь, вот молодец. Я отмываю стены. А что ты. Бедра за 17-рых. 17-рых. Рых. Я тащу какие-то. Принесу, шипы. Короче, сюда ящик. Кто опять наговнил кровью? Я. Это Чеслер. Чей? Я. Чеслер. Мой. Мой. Куда ты помой там? Тут такие следы. О, господи, твою мать. Так зачем ты моешь полы? Мы сейчас все равно таскать будем. Да полы таскайте, просто быстрее вы поднимайте эту и всю штуку-то. А что ты по одной носишь? Вот ящик, сейчас сюда накидаем штук 50 этих кусков. Нет, 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 это слишком разумно, так быть не должно. Смотрите, комната уже почти чистенькая. Угу, конечно. Конечно, вот это вот куски мяса сейчас вынесли бы. До первого, до первого переворота мыть. Ведра. Опять следы, опять все в следах. Ну да, тут же кровь. Вот это ты умный, это конечно, предложил кровь. Там, типа, вот это... Шо? Все заговнилось. Тихо, куда ты? Стой. Опять следы красные, да выходите нормально. Чё вы, блин, бесите? Я только всё вымыл. А хотите по потолку нормально? Открой печку. А как бросать? Именно бросать. Да откуда я знаю? Надеюсь, никак. Оно не так работает. Ну, короче, нога осталась и туловище забить. Ты чё, не был в космосе ни разу, что ли? Ты чё, первый вылазку вот это Так я первый вылазку, я перепачкал пол. Я перепачкал пол. Я стараюсь меньше следов оставлять просто. Потому что, ну ты понимаешь. Главное, правой кнопкой по ведру не нажимай, это все. Руку заберите, кровавую вот тут лежит. Подожди, ну что ты у нас, что ли? Вот это дебил, я ненавижу Doom, вот это дебил бегал тут. Да. Что? Фаталити давай сделаю, куда ем, мудила, все в крови. Заберите, пожалуйста, и просто унесите. Я сейчас все сделаю. Чехи, по-моему, главное... я ведро, по-моему, перевернул. Главное, придерживайся тактики дальше своей. Что ты принес-то там? Вон, смотри, подставь. Да принес он руку, вонючая.
Господи, ох, что это? А куда вы все отбиваете? Мы сжигаем все. Смотри, Мария, убершваб, я веник нашел, короче. Типа кому-то не насрать. Офигеть. Вот этот. Офигеть. О, смотри, ну, какой-то... Так-то уборщики могли бы порадоваться. Я какую-то флешку нашел. Интересно, что с ней делать? Смотри, так веник вообще ебан. Ставить ее куда-нибудь. Куда я ее могу себе вставить? Ну, не себе, может быть. Может быть, другу. А вы типа убрали туда вот это вот? Так, отлично, тут чисто. А предметы не надо расставлять, типа? Надо повыбрасывать все, что просто валяется. Просто надо, чтобы чисто было. Это уже другая игра будет. Грабует. Ну, я на стол, короче, все инструменты сложу. Не знаю. Да надо их выбросить, они не нужны. А чё, тут типа все, надо, да? Надо всё жить. Тут чисто в этой комнате идеально, тут даже микробы не живут. Вот, я выхожу из комнаты, конечно, смотри. Не живут. И начинается сразу вот это вот, вот видишь? Так ты вообще не должен видеть никаких штук. Ну все тут идеально чисто, нет? Здесь идеально просто чисто, только вот этот ведра. Я просто идеально чисто. Все, выносим ведра, ящики и пошли отсюда. Идеально просто, вообще. Идеально. Просто MLG. Комната. Дальше делаем. Дальше другую комнату. Комнату. Ну тут закрыть надо, потому что мы сейчас опять нагавним. Так. О, ты лифт вызвал. Поехали, поехали. Чё я в лифте? Эй, пацаны! Давай теперь пацаны. Ох, ёб твою мать! Давай назад, короче. Блин, ну это точно не наш лифт. Это вторая смена приедет, почистит. Тёма, давай. Поехали. Мы справимся. Там вторая смена точно почистит. Это не наша работа, я увольняюсь. Жесть. Слушайте, тут можно неделю сидеть. Я не хочу туда. О, господи, так надо код вести, по-любому код 1-1-1. В туалете чья-то рука лежит, господи, в унитазе. Смотри, тут написано на баках Big John, что бы это значило. На туалетных, я имею в виду. Закрой дверь. Рука! Мне 26 лет. Мы перекинулись на другую карту. Вас уволили, короче. Да. В смысле уволили? За что уволили? Да! Чё вот это вообще? Идеальная работа была. Как я ее испортил? Господи, я там ответил на пару вопросов в анкете. Почему нас? Давайте музыку включим в честь этого. Вот сюда попадают все уборщики, короче, которых уволили. Они живут вот здесь, в шлюзах. В шлюзах втроём, короче. Шлюз на троих рассчитан, да. Потому, блин, так комнаты. У нас у самих уборщиков все засрано здесь, только что крови нет пока что. Такой бред вот это вот. Вообще? Да. Вообще вы можете выйти. Щетки. Ага. Я не хочу. Мне здесь больше нравится. Выйти из офиса, да. Джек Шепард. Почему? А, я вообще...